воскресенье в нашем регионе сохранится сухая и жаркая погода. 12 августа в Сарове ясно. Утром плюс 15, днем воздух прогреется до 27 градусов тепла. Ночью плюс 17. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде малооблачно. Утром плюс 16, днем столбики термометров поднимутся до плюс 25. Ночью плюс 17. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В столице солнечно. Утром плюс 15, днем до 24 градусов тепла. Ночью плюс 14. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.